Пришло время нашей постоянной рубрики «Я история». Слово автору. Ярославский купец. Сразу представляется этакий благодушный, хитрый, оборотистый, бородатый мужичок. Насчет оборотистости и хитрости в точку. Ярославские торговцы, пишет Рефалев, не считали за грех продавать кожу зачумленного скота. В 1756 году в городе свирепствовала эпидемия чумы, следствием которой стал массовый падеж скота, а купцы продолжали продавать мясо больных коров. Установив этот жуткий факт, ярославская полиция до окончания падежа обрекла население города на Великий пост, запечатав все без исключения мясные лавки, что и спасло жителей. Виновники оказались кто на дыбе, кто под кнутом палача. А как иначе? Медицины как таковой вообще не существовало, а то, что мы называем больницами, представляли собой грязные, кишащие насекомыми строения, больше похожие на тюрьмы. Точнее, один врач, или, как тогда говорили, эскулап, в Ярославле был. Некий доктор Гаве, занимавший две должности – городского лекаря и домашнего врача опального курлянского герцога Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны. После ее смерти, потеряв все свои привилегии, Бирон был сослан в Ярославль, жил на широкую ногу и был частым гостем в губернаторском доме.